Сэр, мы в точке встречи. Контакта пока нет. Похоже, корабль Мёбиусов еще не прибыл. Странно. Они никогда не опаздывают. Сэр, сюда телепортируются корабли Доминиона. Во главе флагман Менгска. Пресвятая мать-заступница. Их щиты отключены. Подозрительно. Мэтт, подготовь стыковочный отсек. Командир, это не самый разумный шаг. Ты хотел свою революцию, сынок? Вот и получай. Посмотри на меня, Арктур. Посмотри в глаза своей смерти. Моего отца здесь нет, командир. Я Валериан Менгск, владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Назови мне хоть одну причину не убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керриган. Артефакт, части которого вы собирали, создан Зелнага. Используя его, я смогу построить приспособление, которое обратит вспять действие мутации, превратившей Керриган в королеву клинков. Вы единственный человек, который знал королеву клинков и до сих пор жив. Вам известна ее тактика и стратегия. И я знаю, что вы рискнете всем, что у вас есть. Лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Сэр, вы серьезно решили заключить сделку с Валерианом? А мне по нраву эта затея, Джимми. Керриган превратится в человека, получит пулю промеж глаз. Ты, наконец, избавишься от своего прошлого, а заодно и целое состояние получишь. Давай не будем забегать вперед, Тайкус. Атака на чар — это самоубийство! Вы готовы всех нас в расход пустить, лишь бы спасти свою подружку? Здесь нет места личным интересам, Мэтт. Дело не во мне. Это единственный стоящий шанс, который у нас есть. Я не собираюсь его упускать. Ну так как поступим, Джимми? Вернем Керриган или все-таки закопаем? Это уж мне решать. У вас обоих достаточно работы. Займитесь ей! С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Военные аналитики Доминиона растеряны и приятно удивлены тем, что, несмотря на частые стычки с зергами в пограничных мирах, натиск пришельцев на сектор Доминиона ослабевает. Это потрясающе, Кейт. Значит, наши парни все-таки потеснили зергов. Разумеется, Донни. Но существует также мнение, что все это время зерги что-то искали в наших мирах. И либо они достигли желаемого, либо оставили поиски. Возможно, истинной причины мы не узнаем никогда. На этом наш выпуск подошел к концу. Ты знаешь, к кому обратиться.
Так эти артефакты могут освободить Керриган. Какое удачное совпадение. Тайкус появляется из ниоткуда и предлагает заняться сбором этих штуковин. Статистически, сэр, вероятность совпадения в данном случае незначительно мала. Однако эти артефакты представляют собой воплощение сил, лежащих далеко за пределами любых областей современной тиранской науки. Если что-либо вообще способно остановить королеву клинков, может быть, это как раз они? Все эти древние штучки для меня — темный лес. Но я молю Бога, что когда придет время, они вернут ее мне. В чем проблема, Свон? Он еще спрашивает. Ты связался с нашими заклятыми врагами. Каждый из моих парней потерял своих родных или друзей на войне с Менгском. Мы сидим на бочке с порохом. Что тут непонятного? Это не обсуждается, Свон. Я должен сделать это. Сэр, к нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан хочет поговорить с вами. Командир Рейнер, думаю, нам нужно обсудить детали высадки на Чар. Давайте... Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам... Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. Все хотят знать, смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец. Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его, как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека, объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, другого доказательства мне не потребуется. То есть я для тебя просто подручный инструмент? Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Думаю, ты прав. Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я сказал, я справлюсь. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. Сэр, я вынужден поставить под сомнение объективность вашего решения. Этот союз — явная ловушка. Я знаю, что делаю, Мэтт. Верь мне. Мы почти выиграли войну с Менгском. Если мы сейчас отправимся за королевой клинков, все пойдет на смарку. Это гораздо больше, чем победа над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу в начале, мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля! Сэр... Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на Чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится. Мои друзья из фонда Мёбиуса отследили местонахождение последней части артефакта.
Она находится на древнем заброшенном корабле в квадранте Сигма. Далековато от Торных путей, сынок. Артефакт находится тут. На корабле установлено несколько генераторов агрессивного поля, способного расщепить любую материю в считанные секунды. К счастью, наши новые крейсеры класса Минотавр смогут достаточно долго продержаться в поле, чтобы уничтожить генераторы. Что еще нам нужно знать? Сканирование местности выявило присутствие на корабле значительных сил Талдаримов. Это нам не по зубам, Джимми. Гравитонные поля! Я на самоубийство не подписывался. Давай заберем кредиты и сделаем ноги. Что, Тайкус, штанишки подмочил? Я из-за тебя 9 лет мотал срок. И не собираюсь положить остаток жизни на спасение твоей принцесски. Не забывай, что за тобой должок, партнер. Не такой, чтобы сейчас все бросить. Свободен. Можешь пересидеть этот бой в тихом уголке, партнер. Вот и славненько. Ты знаешь, где меня искать. Адъютант, приготовь корабль к прыжку. Пора покончить с этим. Внимание. Обнаружено аномальное изменение гравитации. Вот первое из гравитонных полей, о которых говорил Валериан. Крейсеры смогут продержаться в поле достаточно долго, чтобы уничтожить генератор. Но им нужно будет обстреливать его одновременно. Ясно. За дело! Что скажете, сэр? Попробуем быстро стащить артефакт. Чтобы пробиться через защитное поле, нам потребуется больше, чем пара крейсеров. Не торопитесь, командир. Рассчитайте все как следует. Спешка нам ни к чему. Выкладывай! Было бы здорово найти здесь обычные месторождения ресурсов, но за сотни лет столкновений с астероидами осколки минералов и кристаллизовавшегося виспена разбросало по всему кораблю. Хорошо, проведем разведку и соберем все, что найдем. КСМ готов! Курс проложен. Приказ понял. Не торопись. Пристройка завершена. Есть работенка. За дело. Эй! Что стряслось? Да, будет сделано. Ура! Сверху! А? Поди ж ты. Как скажешь. Еду. Кого подлатать? Точняк. Угу.
Флот вызывали? Ну? Крейсеры, активируйте пушки Ямато. Пара выстрелов и цели нет. Ладно. Встанем на твою сторону. Я не продержусь в одиночку. Брось дороги! Полный вперед! Ура! Чем парад? Положись на меня! Вызывали? Сейчас рванет! Улучшение завершено. Гуляем за мой счет! Понятно. Ну? Ладно. Скорее в атаку. На связи. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Будет сделано. Месторождение минералов выработано. Принято. Вперед, к победе! Приказ получен. Ладно. Это по мне. Благодарим тебя, Джеймс Рейнер. Талдаримы заплатят за свое предательство. Катум. Командир? Готов к трансформации. Разберу Унадар. Интересно. Во имя пустоты.
Месторождение минералов выработано. Умно. Интерес. Покинуть корабль. Месторождение минералов выработано. Ладно. Я создан для битвы. Что происходит? За дело? Ура! Сверхурочки! Кому навешать? Давай, удиви меня! Месторождение минералов. Даешь разбой. Готов. Война на пороге. Непременно. Бой или домой. Скорее в атаку. Я создан для битвы. Хорошо. Никто не вечен. Улучшение завершено. Принято. Вызывали? Ресурсы минералов истощены. В непосредственной близости от базы обнаружен дополнительный источник минералов. Территорию. Месторождение минералов выработано. Мы присоединимся к охоте на Талдаримов. Уже в пути. Не кричи! Впереди великие открытия. А вот и хранилище. Артефакт уже почти у нас в руках. Молитесь своим богам, вандалы. Сейчас вы ответите за свои грехи. С этим кораблем не так просто справиться, сэр. Судя по показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Месторождение минералов выработано. Как угодно. Вперед! Аспиру Унадар. Вызывали? Видеосвязь установлена. Жакул Инак. Умно. Имя пустоты. Со мной приходит тьма. Покинуть корабль.
Слушаюсь. Я клинок Шагураса. Враги падут. Слушаюсь. Я всего лишь видение. Во имя пустоты. Я клинок Шагураса. Видеосвязь установлена. Я не продержусь в одиночку. Мне не справиться. Вызывали? Какова твоя воля? Во имя пустоты. Неужто? Да, командир? Ладно. Улучшение завершено. Покинуть корабль? Всего лишь видение. Анакор де Жакан. Во имя пустоты. Я нанесу удар из тени.
Вперед! Не торопись. Вместе. Будет. Видеосвязь установлена. Приказывайте. Делать будем. Веселуха! Кого подлатать? Есть. Датчик. Месторождение минералов выработано. Вызывали? Вперед! Сумрак согревает меня. Во имя пустоты. Так. Видеосвязь установлена. Тьма плетет свои узоры. Страх — это иллюзия. Лок вызывали? Штаб, я вас слушаю. Приказывайте. Вызывали? Здравствуйте, командир. Да? Покатились. Что такое? За дело. Курс проложен. Идет связь у Сахара. Боя. Всего лишь видение. Улучшение завершено. Враги падут. Во имя пустоты. Интересно. Вызывали? Лот вызывали? Известен как освободитель, друг мой Рейнар. Это ли? Неужто? Орудие в бой! Уже в пути!
Сплотились. Нет, не справится. Приступай. База атакована. Наши КСМ атакованы. База атакована. Приказывайте. База улучшений атакована. Наши КСМ атакованы. Отлично. Кругом враги! База атакована. Покинуть корабль. Покатились. База атакована. Покинуть корабль. Вызывали? База атакована. База атакована. Дело сделано. Забираем артефакт и летим навстречу с Валерианом.